это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. И я буду играть Elden Ring всегда. У меня есть задача такая, сделать прохождение полное. Да, хочешь, называй меня пожилой Снорк. А ты как бы уже начинал вроде в него играть. Что-то как-то вот не пошло у тебя. А что случилось тогда? Я не понял, куда идти просто там. Думаешь, этот раз поймешь. Я там просто чуть-чуть не понял, куда идти. То есть вот это вот как вот... Я не могу его убить, криков не будет, да, таких же? Я просто не понял, куда идти. Мне была поставлена задача пройти игру. Но я не понял, куда идти. При этом я просто взял и вышел из игры. То есть проявил эффект слабости, получается? Нет, просто не понял, куда идти. Итак, Бандана Мамкена, Entertainment from Savarin, Maslory Gaming Corp, Светлое кольцо. Скоро обновление будет тут на 25 гигабут. Персонаж прыгать будет. Тогда можно. Если он решится ее до конца проходить, то лицо Twitch TV представили? Это ГГ, помянем пацана. Короче, я самураем буду. Тип А или тип Б, это как понять? Тип Б. Есть вопрос масштабный. Почему из-за магнитных блядских бурь вот этих всяких идет сдвижение так тектонических плит? Да-да, есть такое. Ну, это просто называется Кассиопея, сейчас в фазе Луны находится. Именно из-за этого сейчас тектонические сдвижения у нас под нами. Это незаметные факторы, которые влияют на наше сознание. То есть на наш, так скажем, мозг в целом, да, на человека. Поэтому я здесь рассказывал некоторым из вас, да, помните, не помните, как-то на трансляции. Если чувствуете на себе вот эти непосредственно магнитные волны, нужно шапочку из алюминия. Ну, из фольги шапочку. Есть фольга обычно кухонная. Попробуй один шапочку из фольги сделай на голову. И потом мы обратим внимание, что через 15 минут ты будешь себя лучше чувствовать. Ветер бродяга в дом постучался. Акушеры были в шоке, когда увидели, кто вылезает из Алины Сухачевой, более известной как Маметкин. Воротик. Дед, а ты в курсе, что ты не пройдешь даже первого босса? Воротик, ты же не мощный червяк. Нормально. Это Ксюша. Нормальная тянка такая, типа анимешка, знаешь, как альтушка. Это альтушка, типичное лицо альтушки. Да, это она, пацаны, девка из Лентяева, вот она. Вот она в центре почти, вот она. Это она, это именно она, я ее делал. Это она. Вот. Проходишь первого босса с первого трая до на чистока. На мужика, постарайся. А я не знаю даже где он. Надо найти его сначала. Эй, салага! Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. А?
Впереди тайная тропа, типа невидимая. Блять, куда идти? Что-то я не понял, подожди. Так, блять, я что-то затупил. Впереди предмета, как? Че забрать, сука? Тебя что, наебалово или че? Кто ты вообще понаписывал хуйню эту? В чем прак, сука? Пройди по неясному пути, полному руины, займи место повелителя. Ну это легко. А, сюда, наверное, да, пацики? А, тут же вот лестница, тюк, блядь. Ох и дурак. Так, это первая босска? Первая сотка? А, первая сотка на экране. Умер. Подожди, а как его убить, если у меня даже чел не прокачан? Не, я что-то не понял. А, это сюжетная линия пошла. Это не босс, это Burn. Ясно, его не убить, это не считается. Понял, это первоходка. Да, его нельзя убить, это так и должно быть. Я понял. Да-да. Его можно убить только когда ты уже в конце типа прокачан. Но это не босс первый, это просто первоходец. Это мама пророка Санбоя. Я понял. Мне похуй, можно, нельзя, его сейчас его нельзя убить. Я даже пытаться не буду, потому что в этом нет смысла. Это не ну что, раз. Ребята, готовимся к Гранд за тупу на 10 плюс стримов. Кстати, я намазал термопасту себе на яички. Может, джойстик все-таки попробовать приключить? Надо все подсказки читать. Так, что мы не можем запрыгнуть, родной? Кому модерку дать? Ты чё, блин, у тебя и так модерка. А, во. Так, солдат Водрика. Защитная реакция. Есть. Выделение персонажа. Закрывание. Понял, пока освоил туда-сюда. Игра рассчитана на тех, у кого руки прямые и нет гидроцефалии. Но тебе же урока в DS3 было мало. Решил хапануть еще говна. Блокировка, удар щитом. Мимотечка. Это что? Это сильный удар. Защитка. Есть такое. Выделение персонажа, защитная реакция. Блять, улос. Ты че, тёлка? Ты хочешь с тобой поиграть в игру, сука? Уёб. Все. Просто да, первый пошел, что называется, лох. О-о-о.
Вот это да, туда красиво уже. У, сука, машина стоит. Убийца, победитель, проходитель Elden Ring. Посмотрите, какой он. Вот этот человек пройдет полностью игру от начала до конца. Смотрите в его глаза, на его лицо. Это победитель стоит перед вами. Ты же понимаешь, сейчас, что твой мозг не предназначен для прохождения игр, требующих внимания, концентрации и памяти, и первый же серьезный враг унизит тебя сильнее, чем школьники унижают тебя в зомби. А ничего, что я эту игру пройду, и ты будешь просто извиняться, как девочка? Ничего? Ты лох. Ебать, ты классно играешь. Иди нахуй, сука. Меня будет. Мама, блядь, помоги! Пацаны, не надо драться. Зачем так сразу ведете себя? Эй, успокойся. Окунь. Давай поиграемся с вами, чё вы? Блядь. Ты знаешь что-то про Яна Пайка? Ты паник. Ну да, тут многие типа вот эти вот действия, они украли в смуте. Я не понял. Это чё? Смута 2.0? Кёрнис? Нет, это первое. Кёрнис. Оф, ай нахуй. Кто это? Гол, это лучший финал Лиги Чемпионов. Посмотрим. Реал Мадрид с Боруссией играет. Чё он бежит сюда? Да, сука. Кёрнис. Это чё, тот, которого мне нужно убивать? Ой. Ты чё, ебанько, сука? Ля, он в натуре быкует или чё, ебать? Ок. Это за стука, который идет? А, это сотка. Да я сейчас этого волкодава просто хлопну. Ты чучело, сука. Да я убью сейчас. Давай, женщина, чё ты? Ты чё, ебанько? Хочешь драться? Давай драться. Давай, потанцуем, да, ты, девочка? Хочешь танцевать со мной, мужчина? Пошел ты на, дурачина. Ой, какая ты сильная девочка. На тебе, блядь. О, это еще ножка топ. Хоп ты, блядь. Ой, какая девочка злая у нас сегодня. Усуха, усуха, усуха. Усуха, мимолетка у тебя, блядь. Ты женщина? Девочек, да отобьем тебе. Опа, мимострелка. Ай, блядь, убил пацана. Где тот мощный, сука? Заткнись, мне скотина. Блять, уходим, малышка. Ты чё? Чё, братишка, спасибо, привет. Да сейчас он их побьёт, этих потом дань соберут с них, да и всё. Да мне надо, чтобы он убил противников, которые рядом ходят, девочки. Сейчас масса будет, да, сучи за... Ить нахуй. Ить нахуй. Видишь, он с челов своих же косит. Спасибо. Ить. Да? Видишь, как он пацанов щелкает? Сейчас он этих пощелкает, и тогда я его, блядь, буду щелкать. У него заодно сейчас хп будет мало, потому что он растратит свою стамину на этот удары. Да. Я, сука. Сука, хуяры как. Есть контакт. Есть, все, смерч. Все, порубил Челикса. Уходим немножко, да? Ага. Сейчас еще этих добьют, девочек. Быстрострелка. Есть контакт. Есть еще один. Все, челы покошены, лежат, валяются. Да. Сейчас я еще этого забелю. Нормально, все, добро пошло. Опа, мимолетка. Сука. Сейчас он того похлопает еще и все. Сюда. 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 Блять, один, сука, остался. Слушай, а если его скрестить с тем этим первым боссом? Типа с быком этим накачанным спортиком, который вначале на коне, если его довести до него, и типа он убьет его или нет, они типа быку, а я буду потом их добивать вместе, как крыса. Понял, типа, ну скилл. А? Ну, сука. Блять, нахуй я это сделал? Я думал, что типа это поможет мне просто... Хотя так можно нон-стопом прокачивать, в принципе, души. И что получается у меня?
Блядь, а как посмотреть количество душ? А, 1600. А чё? Кто я, кретин? Почему? 1,6 прокачку делаю. Старый лук. Видишь, он челом лупит, а мне хпшка наполняшка. Челокосы идут не минуют. Видал, сука, рубит пацанов, сука, а чел прокачку делает. Ебнуться, сука. Блять, какой же ты генитальный, блять. Мне хп на исходе, надо сделать вот это. Посидел, подождал, покурил. Встал, молодец, преисполнился. Сколько жизненной силы набрал? 2000, молодец. Шо вы, сука? Да, блять, ударь, масуха, чтоб пацаны посыпались как говно из жопы. Есть контакт. Я прокачу персонажа, тебе похуй надо, да, так понимаю. Опа, женщина. Давай взглянем правде в глаза. Давай. Ты слишком изнежился за последние пару лет для игр, где надо хоть что-то нажимать, перекатыши, но прокачка это, конечно, эта игра круто. Такая перекатка. Но как насчет попуститься в зомбу и свою игру? Это игра перекати поле. Это тебе Genshin Impact. Валера, да. Хай, просто Зай, хочу напомнить, что да. Ты не в лобби, чтобы дрочить уровни. Может, сделаешь прокачку своих спичек, которыми ты крест-накрест играешь, и снимешь отпуск Ольги, чтобы лысину не пекло. Если ты играть не умеешь, ты просто молчи. Nice gaming, чувак. Это сольная тема, ты не шаришь, ты душу. Кто? Я душу качаю. Чел собирает лутинг. И похуй, блядь. Ага. Ага. Да, сука. Да, да, я. Дедушка, вот тебе помощь. Вернись к первому костру. Он находится там, где ты поднялся из лифта, и от этого костра иди прямо-прямо до пещеры. Там легкий босс, ты его убьешь и прокачаешься. Я убил. Всем привет, это я Глад Валакас, я сильный, не надо меня бояться, подойди, не бойся, школьник будет попущен, я индурик, я беременный. Деби медалими, деби медалими, я бриба. Я индурик, да. Ну вот я только что 500 душ накачал, чел. Чё ты на это скажешь, крыс? Да добей ты того, сука, одного, блядь. Опарыша вот этого. Я его сейчас убью сам, и мне будет плохой. Блядь. 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 Падла, все, нахуй, женщина допрыгалась. Я сейчас подберу у него, и ты меня не тронешь. Блядь, он меня ебашит, сука. Бля, какой он дебил, сука. Да, 500. Это нормальдос. Сохранительное действие осуществительное. Раз, два. Чел сидит, чел ликует. Души собрал, встал, но пошел. И сколько у меня сейчас душ? 2800, ни о чем тебе не говорят, ты крош. Это игра для сильнейших. То есть для меня. Не каждый сможет, блядь, сделать так, как я. Играть настолько сильно, что сможет просто уходить от преследования. Пацаны, до свидания. Сейчас вас убьют, а меня нет. Ты просто должен бежать. Малыш, успокойся и просто бей. Ты это лох, это даже не босс, ты посмотри на него, это чмо ебаное. Какой с него босс, уёбок местный. Я смотрю на него свысока, как на говно просто, мразь. Сейчас я босса найду, я убью нахуй босса. У меня нагрудник рыцарский есть, да, потому что я рыцарь. Женское говно дороже золота. А где?
И что? А, ну да, получше. А у меня их 3 штуки. Вот, чё? А чё я не могу его применить? В смысле? Пацаки, а чё я применить не могу? А как? Почему я не могу применить на себя? А, это инвентарь, мне нужно снаряжение. Точно. А тут нету его почему-то. А почему его тут нету? Почему его тут нету снаряги, пасеки? Почему? Я его тут не вижу. В смысле смешно? Его тут нет. В смысле, боже, ебанько. На нагрудник нажми и поменяй. В смысле? Снаряжение. А, вот так. Тюбять. Ебанько. Ля, ебать, он напарыш, сука. Раньше был шел, а теперь чела нет. Чел стал тенью. Чел стал насядкой на дом. Сися. Пи***ска, блядь. На данный момент я не в ресурсе. Найди нахуй! Если ты, сука, играть не умеешь, я все равно буду играть в Elden Ring, и мне поебать на то, что вы там пишете, то, что вам не нравится. Да кого это вообще волнует? Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Я буду играть в Elden Ring, потому что я настоящий воин, блядь. Да-да-да-да, я тебе сказал, я буду в него играть. Да мне плевать, ты можешь не соглашаться, можешь как-то злиться или беситься. Мне на это наплевать.